Зачіска впливає на те, як складається твій день, а в підсумку і все життя, казала Софі Лорен. Вітаю, це програма «Успішні люди». І сьогодні я вас запрошую на зустріч з неймовірно гарною жінкою та високопрофесійним стилистом-перукарем Ларисою Лебедєвою. В місті, яке я вас запрошую, не лише укладають волосся. Часом тут будуються нові плани та круто змінюється життя. Ходімо! Пані Ларисо, вітаю. Добрий день. Зазвичай з цього питання я закінчую програму, але сьогодні хочу у вас з вами з неї почати. Скажіть, знаю, що ваші послуги користуються дуже великим попитом серед не лише серед жителів нашого міста, але й інших міст, і до вас завжди черги тощо. В чому секрет вашого успіху? Ну, секрет моєго успіху, я так думаю, прежде всего, в саморозвитии не только профессиональном, но и личностном, я бы так сказала, потому что, ну и, конечно, соцсети. И в этом мне моя дочка очень сильно помогает. Соцсети сейчас самое важное. Скажите, пожалуйста, а кто ваш клиент, его особливые рисы? Прежде всего, клиенты, которые мне доверяют, я бы так сказала. Вот они могут сесть в кресло и сказать, вот, как считаешь нужным, так и делай. И для меня это просто вот, ну, кайф. Я очень люблю своих клиентов, и у меня очень замечательные все клиенты. Ну, так вот получилось. Я не могу сказать, что вот есть такой человек, которого бы я не хотела видеть. Ну, вот все замечательно, просто. А ось творення зачіски – це творчий процес, чи це якісь такі механічні дії? Що для вас? Ну, это всегда творческий процесс, потому что всегда смотришь на клиента, на лицо, и уже дорабатываешь под клиента. То есть есть, конечно, какие-то технические правила, как, допустим, эмалирование делаю, какие-то особенности или... Ну, правила, ладно, так скажем, то уже окончательный образ уже создается под клиента. То есть, чтобы человек вышел, посмотрел на себя. И мне обычно в конце, когда человек улыбается, я это вижу, ну, и мы кайфуем оба от этого процесса. Тоді, з вашого дозволу, ми трошки поспостерігаємо за цим процесом. Тепер, пані Ларисо, я вас хочу запросити до нашої студії, і ми продовжимо нашу розмову там. Хорошо. Вітаю ще раз в студії Южинського телебачення. Нагадую, що сьогодні наш гость – це Лариса Лебедєва, модний перукар, стиліст та блогер. Пані Ларисо, вітаю вас ще раз. Скажіть, що вплинуло на обрання вами професії? Ну, я би не сказала, що щось вплинуло, но... Это моя мечта с детства. Ну, конечно, я понимаю, что все девочки заплетали косички, делали прически. Но так получилось в моей семье, что я заплетала косички, делала прически, стала парикмахером. Моя дочка колола уколы с пробирочками, что-то делала, стала врачом, старшая дочка. А младшая очень творческая, вся в творчестве, начиная от своей деятельности и заканчивая своей внешностью. Ну, и она стала фотографом, ее многие знают. Поэтому вот такая у нас творческая семья. Но... В то время, когда я хотела стать парикмахером, была такая ситуация в стране нашей, что ну, для того, чтобы стать парикмахером, нужно было пойти в какую-то там парикмахерскую, поработать там, поподметать волосы, поподметать полы, потом тебе давали рекомендацию, ты идешь в училище, учишься 2 года и возвращаешься и начинаешь работать. На что моя мама сказала «нет». Папа всегда лояльно к этому относился, но мама сказала «нет, сначала институт, все как положено, мы тебе поможем». И вот у нас, я из Мариуполя, там один институт, по-моему, металлургический институт тогда назывался. Вот поступим в институт, мы тебе поможем, папа тебе поможет чертежи, в общем, закончим, трудоустроим, как в принципе у нас в Южном все. Меня вот удивляет молодежь, которая, вот папа на заводе, мама в порту или там наоборот, и они заканчивают эти же институты и...
Совершенно не думать, что бы им хотелось на самом деле, кем бы они хотели быть. Они идут, и, ну, как бы нормально. Вот все, зарплата, все стабильно, социальное обеспечение и так далее. Ну, и так проживаю свою жизнь. И родители сказали, нет, я поступила в институт, благополучно завалила, потому что, ну, знаете, в то время подвести кого-то из друзей и одноклассников было лучше не поступить в институт. И поэтому, когда меня моя одноклассница попросила передать работу в институте, мы сидели, по-моему, математика была, и в это время подходит преподаватель и говорит, где ваша работа? Я говорю, там. Вот. Ну, и мне снижают балл. І от этого балла мені хватило, і слава Богу. Тобто обставини склалися, да, на користь стало, того, так, як ви дійсно відчували серцем, що це воно не ваше, так? Да, але ну, все ж таки, я так знаю, що ви отримали диплом товарознавця. Да. Ну, опять же, що для дівчинки в Маріуполі? Був тоді технікум називався, зараз це коледж, це товаровед я закінчила, по спеціальності товаровед. Не проработала товароведом, проработала продавцом какое-то время, хотя мне, в принципе, это нравилось. Приятно было работать, общаться с людьми, опять же, в красоте, потому что это какие-то вещи, товары, и тогда это было дефицит, доступ к дефициту, что немаловажно было в этой профессии. И когда сами снова повернулась до мрії? А вот снова повернулася до мрії гораздо позже, мені вже було 33 роки, у мене вже було двоє дітей. Тобто це вже в такому свідомому віці, да, так? Так. Я до цього успіла ще поработати і в банку, і головним бухгалтером, і в ісполкомі нашому, мені багато пам'ятають. Хоча немножко там проработала, але мене пам'ятають до сих пор, що я там працювала. Вот. А потім так сложились обстоятельства в нашій сім'ї, що, ну, фінансово було дуже складно. От просто ми залишились на нуле, с двумя детьми, я сказала своему мужу, что все, я иду парикмахером. А тогда на то время были газеты, и в газетах такое было объявление. Набор, курсы парикмахера, в общем, я уже не помню, просто такое маленькое объявление. Я поехала, месяц отучилась, и все. И через 3 месяца меня взяла очень хорошая женщина в салон красоты. 20 лет назад, ну, по Одессе было несколько салонов красоты, и это было очень престижно сразу после курса пойти в салон. И вот просто, знаете, с маской уверенности в себе подходила к клиенту и начинала работать, и так потихоньку училась. Ну, а потом уже за эти 20 лет в дальнейшем очень много семинаров, обучений, мастер-классов, постоянное повышение квалификации. Тобто ви відразу потрапили в таку серйозну, так, атмосферу, і ви кажете, маску таку одягали. Тобто спочатку було, що некомфортно себе відчувати, да, там. Я розуміла, що свій я ще не відчували такий рівень професіоналізму, да, певно, так? Да, да. Я розуміла, що я многого ще не знаю, але я розуміла всю відповідальність, тому що я працюю в салоні, і люди приходять, платять немалі гроші. І ви не побоялися цього? Тому що багато людей ось якраз не наважуються на такий крок, тому що думають, я ще не вмію, я ще не знаю, це не моє, я піду десь краще в якесь інше місце. А ось така, що вам допомогло наважитись на цей крок? Я думаю, впевненість в собі допомогла. Я розумію, що я зможу зробити, я розумію, що, вірніше, я вірила, що у мене вийде. Может быть, там что-то не получалось поначалу, и сейчас я же человек, тоже иногда бывают какие-то моменты в работе. Но я тогда была уверена, я хотела, очень хотела в эту профессию, ну и вот до сих пор. А ось ще змінилося ставлення з того часу, коли ви лише мріяли про цю професію, ще будучи, обираючи свою першу професію, так? І тоді, коли ви вже в свідомому віці прийшли до цього. Чи змінювався статус цієї професії, взагалі відношення суспільства до професії перукаря? Ну, зараз, на щастя, потихоньку міняється відношення людей. Хоча, звісно, в то время не безосновательно судили об этой профессии, о работниках в этой профессии. Это стандартная тетя в локонах, в золоте, в белом халате, чуть-чуть припачканном от краской. И даже в свое время моя мама, когда пришла... Моя мама, кстати, никогда не ходила в парикмахерские за свою жизнь. Никогда. Ну, может быть, 1, 2, 3 раза максимум. Потому что она пришла, и тогда сидели все в очереди мастерам, и она заходит, и эта тетя, жующая этот бутерброд, сказала, что вы, не видите, что я ем. И, в общем, моя мама, ну, надо знать мою маму, это гордость превыше всего, она разворачивается и ходит. И дома берет бритву, станок обыкновенный, который папа брился, и вот так, у нее такие же локоны, как у меня, она просто вот поснимала, и красотка.
И так посидеть. Ну, сейчас я уже ее стригу. Вот, мама, скоро буду. А взагалі, як, наскільки важливо дійсно йти за своєю дитячою тією мрією, або там, ну, якоюсь юнацькою мрією, і все ж таки навіть десь наперекор батькам, їх волі відстоювати своє право? Чи потрібно все ж таки внутрішньо дозріти до цього і вже в більш свідомому віці цей вибір зробити? Як ви вважаєте? А ви знаєте, у всіх різне мислення. Хто-то уже в детстве знает, кем он хочет быть, и идет к этой цели. А кому-то нужно в 30 лет прийти к этой цели. Вот у меня сейчас многие клиенты, которые проблемы на заводе, или с зарплатой, или с работой, и они вот сейчас, а им уже за 30 давно, они решают, а может быть мне попробовать? Я говорю, давай, я тебя научу стать парикмахером. Но это надо любить. Это, конечно, ну так просто, чтобы зарабатывать деньги, это нет. Тобто це не лише професія, а ще, напевно, якась філософія життя, якась місія, так? Більш таке глобальне розуміння у вашому випадку. Ну, в моєму випадку я не тільки от прийти, постричь, покрасить. В моєму випадку подарити настроєння на мінімум на 2 місяці, а то й на півгода. Тому що, коли жінка, ну, нравится себе в отражении, вот я не понимаю, как можно пойти, ну, там что-то постригли, то и ладно, или там покрасили, ну и ладно, ну, это же настроение. Ну, маникюр, там, раз через 2 недели, да, можно сменить лак, и все нормально. Но прическа – это визитная карточка женщины, и нужно всегда хорошо выглядеть и, ну, хорошо уделять этому внимание в первую очередь, потому что красивые волосы – это прежде всего сексуально, прежде всего первое украшение для женщины, ну не первое, основное украшение у женщины. Поэтому я считаю, что волосы, это, ну, за волосами надо следить и уделять им, и инвестировать в волосы, и инвестировать в свою прическу и, соответственно, в свое настроение. Тобто для вас сам процес, це зачіска, це не лише якісь там, так, стандартні дії, а це якесь ще й задоволення, напевно, ваше, перш за все, від процесу і від результату, напевно, так? Ви знаєте, да, звісно, я отримую велике удовольствие, коли працюю. І моє кредо, перш за все, це качество. Я все делаю для того, чтобы было все качественно, начиная от моей работы, непосредственно с волосами, заканчивая инструментом, феном. Это все влияет на качество. Ну, это один вопрос. А второй вопрос, я всегда подхожу, вот ко мне клиент приходит, и я представляю, как будто я пришла. И я, вот как мне нравится, чтобы со мной работал парикмахер, вот так я и работаю. Я понимаю, что человек откладывал, может быть, у него финансово сложно, но он отложил мне на стрижку или на окрашивание, он записался за 2 месяца, он пришел, и я должна, ну, максимум ему внимания уделить, чтобы человек остался доволен, чтобы человек улыбался, чтобы это все понравилось. Ну, короче, я от этого кайфую, когда женщина начинает улыбаться, и иногда мне говорят, вы знаете, вы так подняли мою самооценку, вот я пришла, потому что иногда уходят разговоры психологию, и когда женщина, вот знаете, все женщины приходят, и они вот так сидят. Я говорю, а ну-ка, быстренько высокомерную осанку сделайте. И они тогда, ой, ну это старость. Или, ой, ну я говорю, какая старость вообще, какая старость? Или говорят, ой, вы знаете, у меня столько седых волос. Вот. Я говорю, ну и что? Они, ну мне так нравится твое отношение. Вот она уже сидит, улыбается, и все дальше. Работаем, и человек доволен. Тобто гарна зачіска може підвищити не лише настрій, а й самооцінку жінки, так, і її взагалі погляд на життя, на багато інших обставин, так? І ви також до цього прикладаєте, ну, да, зусилля. Очень многие приходят, когда хотят что-то в жизни поменять, все. И они доверяют мне, и они говорят, вот делай, что хочешь, я тебе доверяю, потому что мне надо что-то поменять. А ось, чи буває так, що ви незадоволені результатом своєї роботи? Ось, щось хотіли одне, але не вдалося. Чи такі от випадки бувають? Звісно, бувають. Я не можу сказати, що не буває. Буває, але іноді це не зовсім залежить від мене. Наприклад, я розумію, що потрібно ще 2 етапи роботи з волосами, але чоловік либо нет времени, либо нет денег на це, і я не зовсім удовлетворена цією роботою.
А буває так, що відмовляєте клієнту, ось він приходить з одним запитом, а ви бачите, що, наприклад, ну, не вдасться, чи структура волосся, чи там ще щось. Ну, якісь є обставини, які не зможуть втілити ту ідею, з якою прийшов клієнт, і вам приходиться відмовляти. Буває такі? Я не совсем отказываю, я просто объясняю, почему так не может быть. Потому что очень часто сейчас инстаграмные картинки и эти красивые, красиво сфотографированные прически приходят, вот я хочу так. И моя задача донести, почему получится ли так, а если не получится, то почему. И профессионально донести, и в основном люди понимают, ну да, я понимаю. И я рассказываю именно, как на ваших волосах вот будет так-то и так-то. И вам так будет лучше, потому что бывают такие запросы, человеку кажется, что он будет хорошо, хорошо ему так будет, или там с таким окрашиванием. Я ему рассказываю, что как профессионал рассказываю, что вам-то с этим цветом и не очень будет, и немножко будет стареть, и это окрашивание только в локонах смотрится красиво, или же это окрашивание только смотрится на фотографии красиво. А что вы будете делать через месяц, через полгода с этим окрашиванием? И всегда, а я и не подумала. И приходим к какой-то точке, от чего мы отталкиваемся, что я имею, и к той точке идем, что мы хотим добиться. Иногда это не за один раз. А ось ви в салоні казали про те, що ваш секрет полягає в тому, що ви і особистісно, і як професіонал постійно зростаєте, навчаєтеся, і в цьому є ваш секрет. Ось що ви вкладаєте у це особистий розвиток та розвиток як професіонала? Що це постійне якесь навчання, чи що це? Да, сейчас такое время, что, в принципе, только дурак не может научиться. Так, грубо говоря, потому что в интернете есть все. Если посидеть, посмотреть, то есть все. Конечно, есть более... Я уже прошла тот уровень, когда бегала по семинарам, которые дешевые, где в основном рекламируют продукцию, и четко, правильно, профессионально никто не доносит информацию. И главное, вот в основном наши парикмахеры идут на такие семинары, чтобы получить сертификат и диплом, повесить на стену. Я все эти сертификаты, дипломы уже поубирала со стены, и мне спрашивают, а почему у тебя столько дипломов, ты не вешаешь их? До речи, я також звернула увагу, что у вас немає да, на стенах. Ну, это диплом. Не нужно, и это вообще не тот уровень. И на самом деле у меня только один сертификат, который достоин, чтобы он висел на стене. И то я это недавно прошло обучение. Все остальное время, ну, не было таких обучений, вот. Ну, это один вопрос. А второй вопрос, конечно, я и в тренингах женских участвую, и психологию увлекаюсь, читаю какие-то статьи, и свое личностное развитие всегда мне интересно вот, в общении с людьми. Потому что, понимаете, приходит клиент, да, если все профессионалы, все хорошо стригут и хорошо красят, и все. А дальше что? А о чем поговорить? Если ты неинтересна как личность, ну, вот, допустим, пересказ сплетен – це не про мене, поэтому… До речі, я хотіла сказати, що є конкуренція досить висока у цій сфері, і ви саме вирізняєтеся чим? Ось цим, що ви не лише професійно зростаєте, так, а й як особистість, і це впливає на те, що ви досить тако, ну, в цьому конкурентному середовищі займаєте свою нішу, скажімо так, так, і відчуваєте себе досить впевнено, я так розумію. Так, да, я уверена, себе чувствую. Понимаете, так сложилось, может быть, я сейчас там себя хвалю или что, но так сложилось, что у меня конкуренты, от меня клиенты уходят либо там, где подешевле, но это не конкуренты. Там, где подешевле, это не конкуренция. Конкуренция – это когда уходят там, где подороже и качественнее. И немножко мне сложно, не хочется, чтобы был такой конкурент, чтобы я могла соревноваться в профессиональном плане. Сейчас, на данное время, очень много парикмахеров, которые просто шедевры на волосах. И вот я этим вдохновляюсь и смотрю, езжу на семинары к таким мастерам, парикмахерам, которые дают очень глубокие знания. Сейчас я проходила онлайн-курс по колористике, которые разложили мне все по полочкам. Вот я понимаю, что ну чего-то я не знаю, надо еще, надо еще. И вот эти работы этих мастеров, вот это меня вдохновляет. Это нельзя назвать конкуренцией, но это мне двигает меня вперед. Вот хочется так, тоже такие красивые работы иметь. А що ви вважаєте своєю особливістю, ось саме в перукарській справі, ваша ізюмінка, так сказати? Ну, это, наверное, лучше клиент расскажет про мою ізюмінку. Ну, як ви це бачите? Я просто выкладываюсь
выкладываюсь как для себя, вот я уже хотела повторить, и у меня клиенты релаксируют. Вот как основная фраза – это «я у тебя получаю релакс». Вот. Поэтому, наверное, в этом изюминка. Я так думаю. Про ціну на перукарські послуги. Ось багато дійсно людей, перукарів ідуть по такому критерію, що краще більше клієнтів та дешевше, ніж десь обмежена якась кількість клієнтів та дорожче. Я так розумію, що ви якраз до другого шляху, так? Ви більше приділяєте часу окремому клієнту. Це впливає на якість і, в свою чергу, і на ціну, так? Чому ви віддали перевагу такому підходу? Тобто, ви можете витрачати, як я так розумію, слідкуючи за вашими соціальними мережами, 5-7 годин на одного клієнта. І це дійсно такий колосальний труд. І це не та послуга, яка стоїть на потоці, так? Це більш індивідуальний підхід. Чому ви обрали такий шлях? Тому що... знаете, когда-то раньше, по молодости, я так тоже работала. Я один клиент накрашенный, другой сидит, и вот такой поток. И в один момент я поняла, что стоп, так нельзя. Нужно максимум уделять внимание клиенту. Это один вопрос. Во второй вопрос, в колористике столько нюансов, что нельзя накрасить голову, посадить и забыть заниматься другим клиентом. Всегда нужно уделять внимание человеку. Это профессиональные нюансы. И я поняла, что нет, лучше я буду работать индивидуально. Понимаете, повышение цены не от того, что я начала работать с каждым индивидуально, а от того, что я максимум выкладываю в инструмент, в расчески. У меня на сегодняшний день самый дорогой фен и самые дорогие расчески, которыми вообще парикмахеры пользуются. И когда делаешь укладку, это очень влияет на качество волос, и клиенты это ценят. Вот. И конечно же, дорогое обучение. Я прохожу, и все знают, сколько это стоит, а может, не знают, неважно. Я знаю, что сколько это стоит, и я вкладываю это в цену, да. Вот. И из этого складывается цена, конечно. Тобто дешева, якісна послуга, досить якісна, вона бути не може апріорі, так? Конечно. І з часом ви також прийшли до цього. Тобто це ж не відразу, як я так зрозуміла, у вас було, так? Тобто це був теж певний якийсь етап, коли ви до цього йшли, пробували якісь інші шляхи і зупинилися на цій моделі, так? І мені зараз дуже комфортно, і клієнтам моїм комфортно, і мені комфортно. А ось як ви вважаєте, за що ще клієнти вам доплачують, скажімо так, условно кажучи, наприклад, додатково, що ви даєте? Емоцію, атмосферу, спілкування, як ви казали, ось, що вони беруть ще від вас? Я думаю, що емоції іменно, і общення, і емоції, і сервіс, прежде всего, я думаю, за це. Що люди замічають, якщо парикмахери думають, що не замічають, то люди замічають все. И чистое белое полотенце, и чистый пеньюар, и как выглядит мастер. Если мастер неопрятно выглядит или несовременно, вот я, например, никогда не сяду к мастеру, который несовременно выглядит, с моей точки зрения. То есть я понимаю, если она не может найти свой стиль, как же она найдет стиль в моей прическе или какую-то стильную стрижку сделает? Это, как правило, срабатывает. Вот. Поэтому за этим идут. Меня даже иногда спрашивают, приходят ко мне, вот купила шапочку. Позавчора був такий случай. Посоветуй мені, йде вона мені чи ні. Тобто звертається вже з такими, не лише як до перукаря, як так, до стиліста, так? Якийсь образ формують у себе. Или так же, вот эта стрижка, помада, как ты думаешь, красная помада или шарфик, вот у нас очень много. Сумочка подходит, не подходит. Мені це нравится. Це чудово. А ось саме образи зачісок, як вони у вас виникають? Тобто приходить клієнт і ви бачите вже, що б йому підійшло. Або ці образи ви десь берете в тих же соціальних мережах. Як ось вони у вас формуються? Звісно, спочатку дивлюся на чоловіка і розмовляю з чоловіком. І розумію, що, во-первых, внешній вид, как выглядит человек, а, соответственно, уже предлагаю. Но вы знаете, у меня женщины, даже которым под 70, может быть, они все современные. Я, когда вижу, начинала работать, у всех парикмахеров на то время стрижки заканчивались начесом. Подстригли, начесали, прическа. Я до сих пор, честно, не умею делать начес, потому что я не люблю это, я не понимаю, что это, в чем это красота прически. У меня должно быть все естественно, и все мои клиенты перешли на естественные укладки. И вот за 20 лет никто не начесывает. У меня нет таких клиентов, чтобы делали начес. За редким исключением. Вот.
Это... А второй вопрос, что, конечно, я смотрю, слежу за модой, за тенденциями, и сейчас такая мода, что модно все естественно. Я думаю, что люди, которые, девушки, которые посмотрят на себя через 20 лет, на сейчас сегодняшних, то им не будет стыдно, сейчас все красивые. Не так, как в 90-е там смотрели, знаете, эти начесы, прически, все смотрят, боже, какой ужас. То сейчас все красивые, потому что все естественно, натурально, все окрашивания натуральные. Вот. Поэтому і, соответственно, предлагаю, що чоловік пойде. А чи може клієнт звернутися, якщо він вперше до вас потрапив, звернутися на консультацію спочатку, поспілкуватися, що йому підійде, не підійде, осмислити, чи якось відразу йдуть і вже саме за послугою перукарською? Ну, в основному, якщо це стрижка, то йду одразу. І ми вже на місці розмовляємо, дивимося. Консультируемся, я показываю фотографию, как это будет сбоку смотреться, идет, не идет, рассказываю особенности волос, потому что пойдет эта стрижка или это для других волос, то, что вы показываете мне, потому что многие показывают красивые, а волосы не позволяют делать такую стрижку. А уже если сложное какое-то окрашивание, то всегда однозначно, всегда консультация, потому что бывает такое, что приходят, а я понимаю, что я не могу это сделать, и, а у меня 5 часов запланировано на этого человека, поэтому всегда консультация. А потом уже записываемся и работаем. А чи буває так, що клієнт приходить без якоїсь конкретної мети і каже, зробіть зі мною щось? Ось. Буває, звісно. А ось легше з такими клієнтами працювати, чи з тими, які прийшли з твердою впевненістю, тільки хочу отак, як там побачила в соціальних мережах, з якими легше працювати? Ні, якщо це совпадає з тим, що я бачу, що чоловік пойде, то не вопрос. Як в соціальних мережах, так і зробимо. А если не совпадает, то я уже рассказываю. Ну, в основном соглашаются. Вот то, что я говорю, да, хорошо. Доверяют вам. Сначала сопротивляются некоторые. Ну, нет, а может так. Я говорю, ну, хорошо, делайте, как хотите. Я вам доверяю, все. А ось витратити 5-7 годин на перукарську послугу, ну, це так, скажімо так, навіть для клієнта. Наскільки це зручно, чи знаходять такий час? Як це взагалі відбувається? Тому що ну, такий тривалий час. Ну, недавно було 10 окрашування, всі бачили, коли я виводила з темного цвіту. І так як дівчинка приїхала з Ілічовська, то ну, їй треба було додому і немножко недоработана робота. От чому я буваю недовольна іноді. Ну, їй треба було їхати, прийшлося закрасити те, що вже вийшло, але могло б чуть-чуть краще, якщо було на це час. Я, кстати, не пошла на спектакль. Девичник, у меня пропал билет из-за этого окрашивания. Тобто ви завчасно навіть не знали, що це займе стільки часу, так? Тобто ви орієнтувалися на якийсь менший трохи час? Так, да, так. Да. Ну так вийшло, так. Да. Вот. Ну, звісно, складно. Ну, раз в півгода прийти, зробити 5-6 часов просидіти і півгода ходити красавицей, то це стоїть того. Що би ви порекомендували початківцям, ось які обрали цей напрямок своєї професії, з чого починати, чим надихатися, ось якісь такі, можливо, 2-3 поради, щоб як почати цей шлях і дійсно піти по ньому ось так, як ви, розуміючи, що це ваше? Ну, я би посоветувала первоначально пойти к кому-нибудь просто не учеником, а просто посмотреть, как человек работает, ваше это или не ваше. Потому что я какое-то время брала учениц, они смотрели, как я работаю, и вот одна, а как так от меня не отходит, а одна сидит и смотрит телевизор. И сразу понятно, и кто стал потом парикмахером, и кто не стал, я уже знаю. Поэтому сначала попробовать себя в этой профессии, помощница, просто помогать парикмахеру, посмотреть, как это. Потому что некоторые, у некоторых даже брезгливость к волосам. Чужие. Что они могли не разуметь, наверное, да, так, пока некоторые не понимают. Это как врач, да, пока не попадет в морг, он не понимает, станет он врачом или нет. Так и здесь. Поэтому, ну и максимально, если ты готов всю жизнь учиться, если тебе это нравится, если не нравится, можно даже, ну, даже не пытаться. Ничего не получится, не будет того дохода, не будет того кайфа от работы. Поэтому вот так. Если готов, то вперед. Дуже класна професія. Я дійсно, коли ви розказуєте про свою професію, то це відчувається, тому що ви цим живете, що ви в цьому розвиваєтеся. А ось як до вас прийшла ідея зайнятися саме навчанням, проведенням майстер-класів? Звідки ця ідея вже других навчати, інших навчати, не лише самі розвиватися? Ну, ізначально мені прийшла така мисль, тому що
я хожу на мастер-классы, последние семинары, и я понимаю, что я уже где-то знаю выше, у меня выше уровень знания, чем у того же технолога, который преподает. И это один вопрос. Второй вопрос, мне очень хочется поделиться своими знаниями, потому что не одна я хочу делать это красивое эмилирование, пусть все в Южном так делают, я всех клиентов туда отправлю, чтобы все ходили красивые. А сколько часов прошло от того, как появилась эта идея, и до ее втілення, ось, коли почали реализовывать, відразу ось, зрозуміли и почали робити, чи... Ну, так полгода, может быть. И потом что, набрали какую-то группу людей? Потом мне изначально девочки, вот вы знаете, изначально мои коллеги попросили меня провести мастер. Сначала там задавали вопросы, но это понятно, по вопросам ты все равно не поймешь, как правильно четко делать. Не хотела бы ты провести мастер-класс для нас? Говорю, ну, давайте. За что, конечно, от меня им большое уважение, потому что не каждый пойдет к своему коллеге на мастер-класс. Ну, мы же город, и мы все знаем, мы же, да. Поэтому... И вот два человека, в общем, у нас почти весь салон теперь будет делать такое классное эмилирование, потому что 9 октября еще одна девочка, декабря еще одна девочка с нашего салона захотела. Только наступный мастер-класс у нас будет в грудне. Да, 9 декабря будет, приедет девочка из Запорожья, из Одессы. Это в Южному проходит, так? Да, просто у меня на рабочем месте нет возможности собрать большую аудиторию, да не нужно большую аудиторию, тут нужно 2-3 человека максимум, чтобы донести правильную информацию, над каждым стоять, каждому показать. Сколько занимает часу такой мастер-класс? День. Целый день, так? И как плануете и в подальшому, так, развиваться в этом же направлении? То есть вам интересно еще и еще? Мне очень интересно, так? Да. Я просто уже про колористику знаю все, и мне бы хотелось... еще такой мастер-класс провести, если будут желающие. То есть можно сказать, что это какой-то такой наступный уровень вашего профессионального зростання, так? Когда вы сами уже набрались, вы даете своим клиентам, но еще и выникло желание делиться этим со своими коллегами, так? Да. То есть уже до такого уровня дійшли. Я прям с удовольствием это делаю. Пані Ларисо, а ось хотіла поговорити с вами трошки ще про соціальні мережі. Ви досить активний користувач, ви блогер, у вас досить багато інформації про ваше професійне і особисте життя в соціальних мережах, зокрема в Інстаграмі. Як ви прийшли до цього, що потрібно дійсно розвиватися ще й в соціальних мережах? Ну, ізначально моя молодша дочка вот, сказала, мама, без соцсетей ніяк. І перше время мені було... Я открыла страничку в Инстаграме, и первое время мне было, ну, я не могла свою работу фотографировать как-то. Теперь я понимаю, что это какая-то неуверенность в себе была. Это когда было? Сколько часов назад? 3 года назад. Вот. Ну, и сейчас парикмахеры, сейчас я удивляюсь, почему это не делают. Конечно, это либо неуверенность в своей работе, либо непонимание, насколько это важно в своей работе. Вот. И поэтому я так потихоньку начала, потом начала записывать истории, аудитория добавлялась. И сейчас уже все те, кто смотрит истории, уже ждут, что я там еще такого выдам нового. А вы сами робите фотографии, видео снимаете, так? Все, тобто самое власное? Немножко мне подсказала дочка, как это делать. Я потом сказала, мама, ты сама все прекрасно умеешь. І спілкуєтеся зі своїми клієнтами та потенційною та нинішньою аудиторією також самі, так, в соціальних мережах. З вашими соціальними мережами дійсно цікаво спостерігати, і ви там ділитеся в тому числі і своїм особистим життям, так, якимось там відпочинком тощо. Буває таке, так. І ось питання, тому що багато людей має такі забобони і думають, що якщо вони будуть показувати щось зі свого життя, особливо в невеличкому місті, як у нас, так, то хтось буде заздрити, хтось наврочить і таке інше. Як ви до цього відноситеся? Я совершенно спокійно к этому отношусь. Конечно, люди у нас будуть обсуждати і розмовляти завжди. Це у нас такі люди в нашій країні, к сожалению. Вот. Ну, мне все равно, я люблю делиться своим хорошим настроением, своей радостью, то, что я посмотрела. И мне, когда я еду в какую-то поездку, мне клиент, ну все, ждем фотографии. У тебя такие красивые фотографии. Я вот стараюсь выдать красивые фотографии, потому что я знаю, что люди ждут. А чи плануєте розвиватися і в подальшому в соціальних мережах, наприклад, створити власний YouTube-канал? Чи наразі поки що займаєтеся лише Instagram?
та Фейсбуком? Ну, Ютуб надо немножко подумать, хотя, в принципе, я думаю, что дальше. Я готова. Готова уже, но тут еще надо подумать. Трошки про вашу позапрофесійну таку діяльність, так? Ось чим ви, наприклад, надихаєтеся? Як ви відпочиваєте? Як ви відновлюєтеся? Де берете сили, натхнення і ось цю мотивацію? Вообще, я очень люблю гулять по городу. Я могу выехать в Одессу и гулять в одиночку, просто ходить по городу, сидеть в парке там Приморском, смотреть на море. Я когда к дочке еду в Амстердам, вот я могу целый день с 8 утра до 6 вечера, пока меня не заберут домой, я просто буду гулять вдоль канала. Очень люблю наблюдать за людьми. Ну, то, что я смотрю прически везде и у всех, это понятно, во всех странах. И могу сказать, что в той стране так, в Италии так, а в Голландии так. Поэтому это очень интересно. И это очень, кстати, вдохновляет. Я когда приезжаю из отпуска, вот я начинаю вот рассказывать, а вы знаете, там женщины так, и вот показываю нам, нашим женщинам, что как классно быть седой, например, когда у вас красивая седина, и, ну, это классно. У нас ничего немножко не понимают, у нас считают, что это, ну, ты же в возрасте, ну, возраст свой показываешь, и так. А это очень стильно. Это такое достоинство, это женщина с таким достоинством, и, ну, мне нравится. Тобто ви подорожуєте, так, гуляєте, спостерігаєте за людьми, надихаєтеся взагалі навколишнім світом. Пані Ларисо, скажіть, а ось якісь такі, можливо, ідеї, плани, цілі на майбутнє, які ми могли би вже поділитися з нами? Ви знаєте, ну, просто хочеться проводити мастер-класи, це да, ми вже поговорили об этом. Каких-то цілей ще більше путешествувати. Мне это нравится, я уже запланировала, ну, если раньше, знаете, как в отпуск, там раз в год куда-то поехал, то сейчас минимум 3. Потому что после отпуска реально какая-то перезагрузка происходит, и очень легко работать, и клиенты уже понимают. И я им говорю, если какая-то там поездка срочная, классная, вы уж мне извините, я уеду, езжай, мы подождем. Розуміють, що ви повернетеся звідти ще більш наповненою, так? І ще отдохнувши, тому що, ну, очень сложно работать, і когда год даже без отпуска, или там ждешь этот год, ну, просто под конец уже нет ни сил, ни вдохновения, ничего. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову, за те, що ви надихаєте і інших, і бажаю, щоб всі ваші наміри, цілі та побажання здійснилися. У нас в студії була Лариса Лебедєва, стиліст, модний перукар, а ми з вами зустрінемося наступного тижня. До побачення!